Издательский дом «Гудок» имеет целый ряд специальных проектов. Мы создаем дискуссионные площадки для обсуждения актуальных проблем железнодорожного транспорта. Так, «Гудок» регулярно проводит мероприятия в формате «Круглый стол». Здесь участники рынка поднимают наиболее важные вопросы. Материалы по итогам работы «Круглых столов» публикуются в газете «Гудок» и на портале gudok.ru. Издательский дом развивает каналы обратной связи с читателями. Мы можем организовать горячую линию в форме «Вопрос-ответ» не только в газете или по телефону, но и в качестве видеотрансляции. Так, в 2012 году был проведен телемост с президентом компании РЖД Владимиром Якуниным. Корпоративная пресса – это инструмент управления и создания имиджа фирмы. «Гудок» печатает корпоративные издания для различных компаний транспортной отрасли. Такие газеты сплачивают трудовой коллектив и знакомят читателей с главными лицами компаний. С 2009 года у «Гудка» появился отдел аналитики. Здесь прогнозируют изменения стоимости ценных бумаг мировых транспортных компаний, анализируют динамику промышленной инфляции, делают прогноз производства промышленной продукции. Каждую неделю мы публикуем обзоры «Вестник Карго». Газета «Гудок» может выпускать специализированные вкладки к изданию любого объема, причем как по всему тиражу издания, так и в отдельных регионах, интересующих заказчика. Агентство транспортных новостей АТН – это закрытая новостная лента издательского дома. Она ориентирована на передачу информации. Ежедневно здесь публикуются новости железнодорожного, морского, авиационного, речного и автомобильного транспорта. Агентство использует собственную сеть региональных корреспондентов по всей стране, поэтому содержание ленты – это первоисточник информации. С 2011 года газета «Гудок» и журнал «Пульт управления» начали проводить ежегодный конкурс годовых отчетов из сайтов компаний «Новая верста». Участники – все игроки транспортной отрасли. Главная задача – показать опыт раскрытия информации, а также продемонстрировать лучшие практики в сфере корпоративной отчетности.